В Махачкале накануне произошла массовая авария с участием 8 автомобилей. На проспекте Акушинского 30-летний мужчина на иномарке «Мерседес Майбах» не смог справиться с управлением и столкнулся с 7 автомашинами, остановившимися на красный свет. В результате ДТП пассажирка одной из машин, 36-летняя жительница Буйнакска с различными травмами, была доставлена в больницу, где ей оказали помощь и отпустили домой. Еще одно ДТП произошло в Докуспаринском районе на автотрассе Усухчай-Куруш, где 39-летний мужчина, житель Московской области, за рулем машины «Лада Ларгус» не справился с управлением и съехал в обрыв высотой более 100 метров. Автомобиль опрокинулся. От полученных травм водитель «Ларгуса» скончался на месте. Его пассажиры с различными травмами были госпитализированы в больницу.